Микрорайон Супонева относительно новый, поэтому здесь есть над чем работать. Наболевшие вопросы местные активисты обсудили с главой Одинцовского округа Андреем Ивановым. Это установка камер видеонаблюдения в лифтах, развитие спорта и образования, создание дополнительных парковочных мест. То есть 1000 парковок у нас должно появиться, допустим, там 300 уйдет под посетителей парка, остальное, значит, могут пользоваться жители. Отсутствие обратной связи со стороны управляющей компании – еще одна важная проблема. Для ее решения проведут отдельную встречу, на которую пригласят активистов, представителей УК и Единого информационно-расчетного центра. Карина Яряшева, телекомпания «Одинцова».